На календаре 9 июля. Ровно 120 лет назад, 9 июля 1904 года, открылся ажурный железнодорожный мост через реку Самара. До этого здесь тоже был мост, только временный. Он был построен еще в конце 70-х годов 19 века. Более 30 лет его разбирали перед паводком и затем вновь собирали. Однако основной пассажиропоток из Заволжья пошел в Самару все-таки лишь после открытия нового железнодорожного моста. 110 лет назад, 9 июля 1914 года, газета «Волжское слово» сообщила своим читателям о том, что секция детских садов Самарского общества народных университетов с горячей просьбой обращается к населению Самары. Они просят пожертвовать в пользу народных детских садов игрушки, детские книги, письменные принадлежности и принадлежности для рисования. Всякое пожертвование внесет в жизнь садов смелое настроение идти вперед на помощь обездоленной городской детворе и будет принято за благодарностью. Так сообщалось в статье. В народном календаре сегодня Давид земляничник. Наши предки любили землянику не только за вкус и аромат, но и за целебные свойства. На Давида подмечали и приметы погоды. Если шел дождь, это означало, что до сентября лето будет мокрым. А хорошая погода в этот день предвещала тепло и солнце 7 недель подряд. Это все, что мы успели вам рассказать о 9 дне июля. Прекрасного настроения вам и удачи в делах.